Всем привет, с вами Елена Смирнова. Сегодня я зашла в новый проект замечательный. Называется BizCoin, или можно перевести, наверное, BusinessCoin, как-то так. Вот так вот он выглядит. Это букс зарубежный. Значит, всего пользователей еще 113 человек. Так... В онлайн человек 56, еще ничего не выплачено, никто ничего еще не зарабатывал. Только что стартовал. Вот ПТС тут у нас будет. Значит, регистрация здесь простая, логин, почта. Все как положено, только надо ввести обязательно пин-код. Он нужен нам будет, скорее всего, при выводе средств. Это 100 пудов. И год рождения. Ставим галочку, нажимаем регистрация, на почту вам придет письмо, переходите по ссылочке, заходите, авторизуйтесь в кабинет и приступаем к работе. Так выглядит наш кабинет изнутри. Он чем-то похож на RefJob, потом, забыла еще, был такой у нас проект недавно. Вот, хорошие проекты были, конечно. Здесь, как я уже сказала, мы будем зарабатывать сатошики. Давайте сначала так немножечко по шапочке слева пробегусь. Значит, вот сюда надо будет, скорее всего, аватарочку свою поставить. Значит, это наш баланс. Это Пуршаза баланс. Так, это комиссионный трафик. У нас поинты и кэш будет какой-то. Это все будем мы мониторить. Я буду делать сразу плейлист по этому проекту, потому что одним видео здесь не обойтись. Значит, здесь, значит, суммария. Нажимаем вот сюда. Давайте, во-первых, вот здесь, смотрите, флажок есть и много-много языков. Вот выбираем Россия. Вы выбираете, какой вам надо. Значит, и смотрите, у меня как бы все перевелось. Значит, зарабатывать. Я вот только буквально секунду назад зарегистрировалась. Это у нас задание. Я сюда не лезу. Это уже на ваше усмотрение. Далее ПТС. И вот здесь наши рекламки. Давайте просмотрим одну рекламку. Так, давайте вот эту просмотрим. Вот идет отсчет времени. Так. О, и капчу. Интересно, капчу можно будет поменять? Потому что... Миллионер Фокс мы могли менять... капчу, кто знает. Так, нажимаем отправить. Проверка изображения неправильно. Сейчас я проверю капчу и продолжу. Так, я просмотрела рекламку. Нажимаю закрыть. И у меня рекламка просмотрена. Давайте зайдем в резюме. Сейчас посмотрим. Капнуло мне. Так, 25 сатошинок мне капнуло. Значит, здесь мы просматриваем рекламку ПТС. Здесь у нас обмен трафика. Здесь Overvals. Так, ну и здесь так, что это у нас тоже просматривать. Наверное, что-то. Но это такие дополнительные будут у нас. Так, дальше. С этим мы разобрались. Дальше. Так. Plans. Здесь вот у нас... А это у нас что? Это такое будет у нас? Это надо все без перевода. Это первый уровень. Что-то у нас один день. Но это будем потом уже разбираться. Значит, здесь у нас наши партнеры, здесь у нас прямые будут партнеры отображаться. Всего можно иметь 250 рефералов. Далее,
Вот здесь, в самом низу, здесь можно арендованные рефералы арендовывать. И здесь вот нажимаем Tools. Будет наша партнерская ссылочка находиться. Вот смотрите. Так, и еще, когда при регистрации вы будете регистрироваться, у вас два значка таких будет. Зарабатывать или рекламировать. Вот я нажимала зарабатывать. Вот сюда, вот на эту первую. Вот. Значит, вот наши две. Вот здесь они идентичны. Можно копировать и делиться с друзьями. Далее баннеры. Вот. Кому интересно, присоединяемся. Так, вы вот все так с деньгами. Так, перевод. Что у нас тут перевод? Можно на что? Майн баланс на Пурша за баланс. А здесь еще так. И на трафик баланс. А здесь майн баланс. И что еще? Комиссион баланс, кэш баланс. О, как. Угу. Здесь у нас поинты. Смотрите, поинты на Пурша за баланс. И трафик, и на майн баланс. Ого. Поинты, значит, смотрите, как замечательно. 100 поинтов, это равно у нас, а это у нас равно, так, это у нас, так, это посчитать, если 3 нуля, это вот 1, если будет 2 нуля, 1, это будет 100 тысяч, это десятки, это 20 сатошиков. Или сколько? Ну, в общем, вот столько. Значит, майн баланс. Давайте передача другим лицам далее. Очень хорошо. Так, вывод средств у нас. Минимум на вывод 0,30. А это выходит что? 20 тысяч. Не сильная минималка завышена у нас. Это можно легко и быстро набрать. Изумительно. Ну, здесь статистика. Ну что, я возвращаюсь на свою страничку. Буду работать, буду мониторить. Сделаю плейлист по проекту. И продолжение, естественно, следует. Потому что вот здесь еще... Смотрите, мой профиль, история, настройки. Это все надо смотреть, чтобы видео не затягивать. Как я уже сказала, одним видео здесь не обойтись. На этом все. Кому интересно, присоединяемся. Вот у меня уже один поинт. Вот один поинт у меня. И все. И здесь вот майн баланс 25 сатошиков. Ну что, на этом все пока. Всем удачи, больших заработков. Жду вас у себя. Пока-пока.